Здесь лучше не шуметь. Покажи мне все. Расправь крылья, Сюнин. Отсюда. Постой!
предметов, нужных тому Двергу. Нашлись самоцветы? Вот, держи еще самоцветы, Дверг. Спасибо. Прекрасно, прекрасно. И еще приноси. Закрою глаза и вспоминаю, как сидел в своей любимой таверне Бульдери. Ой, сладкий мед, терпкий эль и соленые желуди. Нашлись самоцветы? Посмотрим, что я смогу найти. Столько дружбы, что у меня уже мозоли на мозоли. Это та мастерская, о которой говорил Ивальди. Может, он уже здесь? Кошмар. Просто кошмар. Нашел достойные инструменты? Эти сгодятся. Уже скоро они пойдут в ход. О, Имир, это что, Салакар? Не думал, что они и впрямь существуют. Мне знакомы все саги Двергов, но я впервые слышу о... Речи не о Двергах. Значит, о Светлых Альвах? Лишь немногие ныне помнят Детей Света и их истории. Я помню. Когда Сурд напал на них... Они просили о помощи. Но война с ванами только закончилась, и мне было тяжко. Лишь потом стало ясно, что Сурд пожрал души альвов, одну хук за другой. Может, именно из-за этого он восстает после смерти? Думаю, именно во время той войны он и прознал о Салакарах. Зачем они ему? Чьи хук сейчас в этом? Двух воинов. Один был сын Муспеля, другая Йотун. Больше ничьи? Верно, если речь о ценных хук. Чистая правда. Водишься с девами огня? С девами? Другой такой нет во всем Свартальфахиме.
Позволь представить Эйсу, дочь Сурта, что предала его и стала мне другом. Годы берут свое, да, Хави? Что ты смогла узнать? Лишь слухи. Мой отец восстанавливает нечто могучее и большое, но я не представляю, что именно. И Салакар должен стать частью этого неизвестно чего? Вероятно. И он настолько важен, что отец, быть может, и правда согласится отдать твоего сына. Вернись к приемной матери. Устрой обмен. Да, и еще кое-что. Пусть оно лучше оберегает тебя. Синмара много странствует. Но коль скажешь, я отправлюсь к ней. Чем бы ни был Салакар, я украду его, когда спасу Бальдра. Зачем? Рагнарёк близок. У меня есть замыслы, но они ненадежны. Вдруг Салакар то, что мне нужно. Я хочу попытаться спасти всех, кто мне дорог. Даже тебя. Я не раскрою тайны Салакара один. Неподалеку должно быть убежище. Там те, кто может помочь мне. Я помню то место. Там живут крайне сварливые дверги. Скажи, что ты от меня. Любой дверг захочет помочь Ивальди. В Вангрине жили твои недруги, Синдри и Брок. Не знаю, тепло ли там вспомнят о тебе. Не смеши меня. Всем плевать на этих двоих. Я пойду следом, как соберу все необходимое. Тебе всегда рады. Как голодные дверги могут так много гадить? Думаешь, у меня есть время болтать? Как мило. Не видишь, что я занят? Я не терплю, когда меня прерывают. Думаешь, у меня есть время болтать? Но мы же их союзники. Не видишь, что я они занят? Можно отвлечь тебя? Ивальде нужна помощь. Мне плевать. Потолкую с Оглихом. Это глава вашей мастерской? Глава? Нет, он за старшего, когда главы нет. Выходит, мы уже говорили. Кто потом избавит нас от хана? Здравствуй. Я с посланием от Ивальди. А мне-то что? Поговори со старшим. Старшим? Да, старшим. Его Оглих кличут. Поговорю с Оглихом еще раз. Ты знаешь правила. Разберись с проблемой, забери награду. Возвращайся. Будут новые. Ha!
Чего тебе? Я от Ивальди. Ему нужна помощь опытного мастера. Опытного, говоришь? Впрочем, решать не мне. Поговори с Броком или Синдри. Они живы? Где их искать? Не знаю. Синдри ушел искать приключений. Он это любит. Признаться, я давно его не видел. И долго его нет? Недели две. Тебя не тревожит то, что он пропал? Так это ведь не мое дело. А Брок? Пошел искать Синдри. Вечно он переживает. Все не забудет, как оплошал при ковке Мьёльнира. Назови свое имя, и я передам все Броку, как увижу. Мое имя Хави из Асгарда. Хави из... О, Химер, это правда ты? Я вернусь ночью. А ты сходи за Ивальди. Он там, в старой мастерской. Но мы же их союзники. Они нас не подведут. Чего ты хочешь? Он укусил меня трижды. В руку, потом в шею и прямо в глаз. Настоящий мастер все стерпел бы. Стерпел? Тот слепень был величиной с белку! С белку! Да начни меня тролль рвать на части, я все равно довершил бы труд. Это и есть мастерство. Это страсть! Это... Полная чушь. Мастер Брок, приятно видеть тебя здесь. А что твой брат? Ты нашел его? Да. Ты так и не сказал, где он сейчас. Насколько я знаю, Синдри ушел странствовать. Странствовать? Нет, нет, что ты. Он пошел за особым медом. Сказал, что ужас, как захотелось. За особым медом? Да, я так и сказал. За медом Сутунга? При чем тут этот промерзлый зануда? Если ты не помнишь, мы не в Йотунхейме. Я о том, который делают в одной пивоварне. Сладкий, словно... прямо очень сладкий, ясно? В общем, Синдри захотел его. Сказал, пропустит рог другой. И ушел. И с того дня прошло полмесяца. Говорил я ему, не ходи. Слишком много там турсов. Но он не послушал. Как взбредет что-то. Скажи, где эта пивоварня? В Эльтерпе, к юго-востоку. По ту сторону болота. Сразу увидишь. Ты пойдешь за ним? Да, я найду его. А после вы оба поможете Ивальди с одним делом, которое важно для меня. Погоди, мы не... Славно, на то мы порешим. Да, тот слепень... Это был Локи. Сам Тор не стерпел бы его укуса. Так что же великий Ивальди забыл в нашей старой мастерской? Я надеялся найти здесь что-нибудь полезное. Зря. Тут явно один хлам. Thank you.
Синдри стоит отдать должное. Даже после всех своих бед у него хватает духа отправиться за лучшим медом Свартальфахейма. Сладкий запах меда с примесью вони турсов и йотунов. Турсы явно ничем здесь не пользуются. Все прогнило. Сюнин, укажи путь. Запах меда все сильнее. Похоже, его хранят здесь. Синдри точно смог бы учуять это место. Дадим выход ярости! Пары глотков меда. Я чую, Синдри был здесь. На этом молоте клеймо Синдри, а здесь мешочек жареных желудей. Синдри должен был оставить хоть какой-то след. Здесь висела цепь. Судя по отметинам, подвешивали что-то тяжелое. Мне столько двергов пришлось таскать, что знаю, они совсем не пушинки. Это и есть особый мед Синдри? Лужи на полу такие, будто он не пил, а купался в нем. Этой крови много дней. Один след ведет внутрь, другой наружу.
тут у нас? У великанов здесь недалеко тюрьма. Называется Ярнсхюс. Сколько-то дней назад великаны поймали Синдри и затащили сюда, чтобы допросить. Отняли у него все вещи, даже жареные желуди. Никогда не пойму, за что дверги их любят. Попытались развязать ему язык медом, за которым он и пришел. Чуть не утопили его. Но убежище так и не тронули. Значит, Синдри был стоек и не выдал великанам, где оно находится. Вот его и утащили. В крови, пьяного вдрызг. Но живого. Скорее всего, его еще будут пытать. В великаней тюрььме Ярнсхюс. Туда-то я отправлюсь. Интересно, где его держат? Чего же гнусное место. Даже Локи такого не пожелаю, несмотря ни на что. Похоже, Синдри провел здесь уже много дней. Надеюсь, еще не слишком поздно. Великаны беспощадные. Пусть не ждут пощады и от меня. Большую часть пленников изжарили живьем. Вот тут тело было. Надеюсь, это не то, о ком я думаю. Huh?
лишили Хук. Чую, сало как здесь накормили до отвала. Это первая жертва Хальдера. И этот амулет. Этот символ. Синдри, глупец. И все из-за меда? Ах, дело сделано. Нужно вернуть тело Броку. Синдри случайно. А вот то, как его убили, не случайность. Когда враги осознали, кто оказался у них в руках. Синдри не настолько ценна. Но Кальдер неспроста скормил сало Каруху разных существ. Йотунов и огненных великанов, двергов, может, и еще кого. Стань моими глазами, Сюнин.
Ведьминги могут так много гадить. Разговорить их. Что видишь, Сюнин? Не стоит привлекать внимание. За мной! Сюда! От меня не убежишь!
Нет, не может быть. Мастер Брок, я разделяю твое горе. Твой брат показал себя лучшим из двергов. Ты даже не представляешь, насколько. Синдри, нет. Синдри, мой милый брат. Снаружи все готовятся к похоронам. Удобный случай настроить Брока на нужный лад. Пора поговорить с Броком.
маги изобрели хитрый способ пересечь озеро. Нужно найти способ утешить Брока и сделать его более сговорчивым. Зачем было лгать? Обещать спасти его! Я сказал, что найду его. Это не мой брат. Теперь уже нет. Что с ним случилось? Скажи мне. Скажи все. Еще на пути к деревне меня встретил рев. Будто рев раненого медведя. А вскоре на моих глазах завершился страшный бой. Синдри со всех сторон окружили великаны. Это он ревел, точно медведь. Да, у него был низкий голос. И он мастерски обращался с молотом и зубилом. Да, да! О, я так часто наблюдал за ним в мастерской! Великаны пали, Синдри убил их всех. Но потом... один из них, как трус, подло ударил твоего брата в спину. Даже умирая, Синдри поднял зубило, метнул его и убил врага одним ударом. Попал точно промеж глаз. Синдри это сделал? Да будет записано так. Как я скажу Броку, что они пропали? Эх, да где же они? Весель, что-то не так? Все не так. Мы хороним лучшего кузнеца и даже не можем положить с ним его инструменты. Были какие-то инструменты в Эльтерпе. Могу принести? Не надо, это запасные. Лучшие инструменты он далеко не уносил. Ясно. Неужели такие ценные инструменты потерялись? Потерялись? Не глупи. Их кто-то спрятал. Сам Синдри? Чтоб никто к ним не прикасался. В особенности Брок. Вот только теперь мы не можем их найти. И ты не знаешь, где они могут быть? Ну, в убежище их точно нет, в этом я уверен. Но они где-то рядом. Не удивлюсь, если где-то высоко. Мне казалось, дверги боятся высоты. Только не наш Синдри. Вечно он где-то лазил. Я вот люблю, чтобы ноги твердо стояли на земле. Так и должны. Как говорить, если сердце разрывается от горя?